Так, раз-раз. Всем привет, дорогие друзья, привет, Кэрол, привет, Пейман. Как у вас здесь настроение, ребята? Сейчас тут техническая шоколадка пару минут. Так, хэллоу! Еще раз. Сейчас. Ну, в принципе, все работает. Еще раз, дорогие друзья, всем привет. Куда же без шоколадок? Ну да, как всегда. Я зарезался к мафиози. Ну, я мог... Здравствуйте. Оставить все. Ну, блин. Нет, немного некрасиво было бы. В следующий раз буду по-другому. Как у тебя дела, пойму? Че, к ребятам присоединимся? Так, еще раз здрасте, ребята. Ребята. Так, я либо что-то опять накосячу, либо меня просто игнорируют. Кажется, меня просто игнорируют. У меня, как всегда, все норм. Как у тебя дело? Да, все нормально. Вот, случайно сегодня что в техподдержку писать, чтобы постановили. Лен, ты тут? Каким образом? Да, руны переставлял, ячейку хотел сменить, случайно вместо пушки поломал бижу. Грустненько немного оказалось. Ну, написали, что в течение 5 рабочих дней. Да неужто, я думал, блядь, меня все игнорируют. С ней у меня что-то сломалось. Ты был заглушен, я Эдемке сказал, что я отошел. Эдемка меня игнорирует, сидит. Ну, что Эдемка. Так, я в аппаранту пошел, вам нужен кому-то? Я и так в аппаранте бегаю, сейчас второй, пятый сделал. Две единицы по группы отправил. Да. Я на пилотике, потому что там на художнике у меня. Подожди, я тебя немного добавлю. В себя. Ну-ка, скажи. Я тут, ты? Угу. У меня и так голос, блин. Фиговый, с таким микрофоном. Я у себя добавил, не на стрим. А. Я не знаю, может, у меня у этой вебки крышечку, где микрофон снять, может не будет так это слышно. Ты с вебки говоришь? Да. Нифига себе. Для вебки довольно-таки хорошо у тебя этот шумоподавитель. У нас у тебя ни клаву, ничего не слышно на заднем фоне. А я на кнопку нажимаю. Даже без кнопки, по голосу. Не, в любом случае, типа, у тебя очень хорошо это. Ну, не слышно, потому что на заднем фоне. Так, час времени, 19. Раньше слышно было, когда на столе системник стоял. Сейчас я его это вниз опустил. Привет, Азор.
У тебя 9 сделано или нет? Я вообще ничего не делаю, сейчас пока второй пробегу. На втором там бомбочек идти. Опа, у меня машинка из стекла. Ничего себе. Я пешком всегда бегаю. Двенадцатый наш, пойдет пока на 12. Давай, пока. Раз обегает. Барник. А, знаю. 9 марк. Но этот персонаж пока не трогал меня, во всяком случае. Лекс 13, я знаю этого персонажа. Интересно, он сам себя обозвал или кого-то? Не уточнил. Да нет, вроде. Ну, строку видишь? Да, я вижу. Не, это кого-то видишь. Блин, там 9 захватили. А, 9 у меня сделан, это бахт. А, да, у меня не сделано. У меня же это... Новый персонаж. Ну и что там делать? Я у паранки пока. Бегаю, костики делаю. Понятно. Ну, я пока набираю. Потом к дереву схожу. На дерево меня возьмешь? Да, конечно. Ты, конечно, победитель по жизни, в смысле. А, ты пробежу-то? Блин, скучно стал какой-то. Ну не то, что скучный, просто... Блин. Он не тот. Не знаю, вот Дэн придет, может будет компашка собраться, побегать по аппаранте. Привет. Давно не виделись. Ты чё такой больной ходишь -то? В смысле больной? На пол хп. А, покусали меня немножко. Бейс. Как я пробегал. Куплю Лорды. Руну на Абдисе. Опа. Нявка. Странно, что не начал нападать. Нас четверо, поэтому не стал. Точнее трое, я не считаюсь. Я слишком дохлый. Каждый день аппарат. Ну, вспомните раньше, каждый день Элтонин. Или Килькмарос. Это то же самое, что и раньше. Просто новая локация. Лица захватили 13-й. Там яд у нас. Обратно бежать? Да нет. Или у тебя нету там? У меня нету, я ничего не брал. Ну беги пока. Да, погнал.
Опа. Увлекся. Гвардов нарвался. Угу. Так, ты уже в аппаранте, да, Лен? Да, я уже давно здесь. Что, на дерево бежать? Сейчас, скоро. Сейчас я добегу три. Я все жду, когда девятый захватит. У меня бахта, а единственный остался не взятый. Такая же фигня. Квестики взялись, бегу обратно. А, десятый, на десятый тоже. Надо захватить. На десятый наш, пока беги туда. Да. Там уже, как раз два босса. Уже направляюсь. Так, на дерево побежу. Угу. Ну, давайте я посмотрю до 10-го и на дерево бегу. Сейчас я покажу. Так, готово, все, бегу. Окей, без проблем. Так, у вас свитки есть? Да. Я не брал еще, у меня прыжки мало знают. Понял. У меня, как всегда, все. Пришел, всех поубивал. Кто там? Да, ой, все. Наш пришел на дерево, все поубивал эти. Под мобами. Еще борт. Еще борт, по-моему, накостыляет, кстати. А там бар под хилом.
Дэн через 20 минут будет. Там аккуратно пробегай. Да, я лень. Так, давай я тогда... У тебя центр есть? Все у меня есть, все. Тогда будешь центр вызывать, я север. Сразу? О, меня не обпинает. Где-то иди сюда. А, он такой... Чуть меня ударил, и все, чуть не сдох. Думал, с одного удара вы завалит. О, бля, мы не вовремя. Фига их там. Это заберем его. Так что сейчас за сорок? Говорю, забери моба. Блин, да я вообще это. Антону говорю. А, убрать, я его хотел оттянуть, но он не. Но он остался. Ты, Антона, услышала, я чё ты? Главное, моба забрали. Ну да, ладно, сейчас. Закут поставил. Тогда он уже. Мы его что, на хоррор поставили? Сейчас. Так. Когда загадки? Да сейчас народ соберется, да будем загадывать. Так. Давай ты север, я центр. Готово? Прям сейчас? Да, прям сейчас. Иди сюда. На счет три. Раз. Подождите. Так, я север? Да, ты север. Все. Раз, два, три. Точно север? Пофиг, я встань, валяюсь. Ты сказал север, я юзнула север. Как это? Блин, нас моба забрали. Обидно получается. А вот я сейчас сдохну. Так, я валяюсь. Так, о, тут асмы прибежали к нам, смотри-ка. Да, и меня бьют. Они и меня лупили. И меня уже начали пинать. А, блядь. Гаите, блядь. Да, зветь. Стойте. О, стоит. Кто? А. Жека. Крю. Не, ну под дерево вообще красиво не убивать. Ну окей. Идемте. Какой там наш? Сейчас, секунду. Так, я не понял, уже продвинулись дальше или стоите на месте? Я стегну меня. Я к дереву. Хотя, чё я туда пру, откат еще 8 минут. А ты ТП сделала, да? У тебя ТП не будет, ну пошли пешком. А чё ты не жёг, я же не делаешь?
спрят, кстати. Пойду на 5 секунд. Я на классику меньше 2.0, не попробую, в идеале 2.7-3.0, но она вообще стартанет с 1 с лишним. Так что... Если она вообще стартанет, то уж совсем другая история. По-моему, даже на Корее он только в 2.0 пересигнул. Поскольку уже времени это перешло. Мне интересно, как будут на классике осады реализованы. Там же все-таки зап надо будет уже драться. Это сейчас типа а-ля соло сходи, войски получу. Не ходить сюда, не ходить сюда, не ходите. Что там? Да, эти же, да. Там пипец. Там такое ощущение, что их еще больше стало. Тут у наших тоже и пинают. Можно я их не записать? Скоты. Гипер? Ну, гипер не так интересен. Из этого камушка надо пинать. Я на себя его заварил. Хила держу. Ну бейте пока. Слишком большое расстояние до цели. Наказывай их, наказывай. Че, они с ним не справляются? Да потихоньку, помаленьку. Но когда я его хилить начал, там еще жопа была, чуть не убили. Привет, Игорь. Так, один есть. О, их надо 30 это штук. Это не тот. Это не тот.
Мне показалось, это призывное. Сверху пристроились. У них там много как-то на заказывали. Еще минуту до свитка. Опа, не вовремя туда встал. Уже призвал кто-то. Пришли в час пик. Давайте Дэн подождем, потом сделаем. Ну пойдемте. Я сейчас. Че? Я как всегда. Думала, сейчас разобьется. Говоришь, тебе девятый нужен? Да. Ну, как раз, если девятый наш. А, нет, пойдем, не наш. Пойдемте захватим его. Погнали. Ушел опять? А там не страшно. Это только так кажется. Я в прошлый раз с Дэном туда ходил. Ну да, не хил. Волшебник же, да. Так я хилом был. Не, Зак немножко потолще. Он на себя, а мы будем пытаться захватить это, ну, поюзать. Привет, привет. Добро пожаловать. Может, возможно, там кто-то еще пытается. Шмотки затащил, что ли? Ну, в смысле, не то, что затащил. Быть. Не на 15, но... Штанов вообще нету еще. Все в этом керубеле бегаю. Никак не выпадут. Я тебя, кстати, видел сегодня. Где? Так, смотрите, как делаем. Я сейчас агрю, я отвожу. А вы попытаетесь кубик заюзать. Да, да, поняли? Я в курсе. Не подходи, не сейчас. Пробуйте. Поехали. Мясо огрелись. Я его забрал. Или не забрал. У меня масса сейчас нету все равно. Отходи обратно. Да. Опа. Мисклик. Один движ... А, все, отцепили.
если ждем, я на пару сек отойду. Давай. И я тогда. Лен, тут? Блин, тоже отшел. Просто переделал скиллы и новые какие-то. Это клятва. Типа вот они. Когда бежа переодеваются, они почему-то вместе с клятвами. Видишь? Вроде бежа только меняется, и шмотки начинают. Окей. Так, что, пробуем еще раз? Сейчас, погоди, у меня этот о, щит. С хашкой будешь готова. Угу. Поздно? Я пошел, кстати. Я думал, ты не сказал, да. Я уже поняла. Беги, беги. Я бегу. Да, да, бегите, попробуйте. Отогрелись опять. Вроде успел. Больно? Половина. Не успел. Бля, стан. 2-4. Ты успеешь? Пока они там на это. Да. О, на мне висят, я сдох. Молодец. Быстро что-то. Молодец. Рисай теперь. Все? Да, успел. Фу, бля, хамуха. Они на меня насели-то. Человечки что дают? В смысле? Какие человечки? Да какие человечки? Короче, нельзя выбегать за эту зону, они отагриваются. Ну ты молодец, Антон. Забрал. Ну, да. Бахтика. Пойдемте, бахтик. Да факер, майзер, да что ж такое-то, а? Я говорю, у меня крылья просто не открываются. Какого хрена? Синий, коричневый. Ты о чем вообще? Не наш валяется, да? Не наш. А, это Ридик с Нортики. Я отведу мама. Он отогрелся. Мороженка пришла. Она в рубеже? Что он там делает? Давай пару бугов. Мы когда были? Нет, привет, Димас, еще не были. Еще не загадывали. Возьми. Двух персонажей. Кстати, Нижак, смотри, что достал.
Тебя такого нет. Вон после ботинка 2 скилла. А, это когда комплект собираешь. Вот, истинно убийца, точность, точность магии. ХПшка 1500 и физатака, макатака 1500. Если у тебя, вот, допустим, эпик 3 выпадает, то он может и до 5000 хп давать. Mm-hmm. Только на промокоды заходит. Не, почему Димас раньше был на стримах? Комплект, но комплект, допустим, смотри, ботинки плюс там шлем, это надо по сайту смотреть, чуть-чуть позже скину его. Типа клятву вставляешь, определенные вещи и комплект, если плюс шмотка, ой, плюс пушка и еще какой-то из этих, там еще дополнительный бонус дается. А то спросят. И нет, не тебе. Ты вообще, что ли, это, аппаранту не бегаешь? Привет, привет, Тор. Почему хейтер? Не знаю, почему у него все хейтеры. Начинаем копить на новую видеокарту, а то надоело ждать строку со сбором равно D. Спасибо огромное. Пейман, огромное спасибо тебе. Там огромная благодарность. Где этот нехороший? Сидеть. Блин, там будет строка. Огромное спасибо. Бах. Там огромная благодарность. Что, все спят, что ли, дамага нет? Ну, это мы к концу следующего года, может, и соберем. Неверно выбранная цель. Ну, зачитал. Да, спасибо. Пойдемте. Огромное спасибо. Правда, сейчас цены на видеокарты прям дикие. Ты сколько еще будешь грызать шторма? О, я не знаю, кстати. Типа... Ну, он еще выдается вроде как на 3 месяца. Ну, то... Идем тебе к дереву? Ну, как раз... Думаешь, они убежали уже все? А где Дэн? Куда Дэн делся? Может, отошел? Какие-то делишки появились? Не плановые. Ты тебе писал, да?
Это ему. А, я понял, что у Дэна пинка по 2 миллиона. Да. У меня ни разу столько не было. Так, а у нас сегодня что за аренка, кстати? Не помню, если честно. 2 бульона это неприятно, да, особенно для сорка. Тогда вот сейчас на дерево сходим и потом будем загадки загадывать. Слушай, Зак, подскажи, разобрался с этими медальками для чего? А, какими медальками? Ты вот про эти? Тут, где они? Про эти медальки? Великого Дэва? Так, готово? Какие? Ты север, я центр. Опять? Сейчас опять мне скажешь. Не, нормально, все готово? Да. Раз, два, три. А, что за КП в аппаранте? Точнее, за КП в аппаранте? Антох, не спи! Да я бью, я просто выделял. Я, по-моему, понял, про какие ты сейчас... Вот про эти вот, да, медаль доверия. А, ну тут же написано, что они это... Для пригодятся для выполнения миссии аппаранты. Типа, может, пока миссии этих просто нету. Или можно продать тут. Да, или продать можно. Но они настолько дешевые, что смысла их продавать нету. Типа 250 медалька. Кто станет? Какая скотина? Это не я. Да понятно, что ты. Нет. Элементарь, нет? Я говорю, кто станет? Возможно, да, элементарь. А, нет. Там этот, мелкий. Рогатый. По-моему, он станет. Так, а эти вам нужны вообще? Эти нет. Лен? Чего? Эти тебе нужны? Нет. Нет? Ну все, пойдем. Ну а что, давай их разложу. Чего они мешаться будут? Ну ладно, ладно, ладно. Скорее всего, может, во второй половине введут их, или на этот 8-2 уже будут задания с ними. Так, ладно. Сейчас я тогда ссылочку на стрим закину, если хотите в розыгрыше поучаствовать. Вот, а сам я возвращаюсь в город. Окей. И замочусь у вас, чтобы не подслушивали.
Так, загадок у нас не так много, да я смотрю, и зрители тоже. Играем. Я пробовал бы разыграть по две, по два промокода на человека, но так как информация выяснилась, что один промокод на одного человека, типа я не могу дважды один тот же промокод давать, но просто не активируется. Вот. Ну, еще что посмотрим. Я просто не знаю, как там вообще, в принципе. Типа передающийся, не передающийся предмет. Так, ребятки, напиши что-нибудь для проверки чата, чтобы понять вообще. Плюс. Понял. Так, ну давайте, наверное, немного начинать. Сейчас открою, я записал тут. Давай, готов. Так, ну загадки есть немного старенькие, потому что я в принципе никаких идей не нашел, я не знал, что загадывать, но есть пару новеньких. Вот, сейчас я переведу. Так, я сделаю чатик, чтобы он тут отображался где-нибудь. Сверху. Так, ну и давайте начнем. До какого уровня точится реликвия? Кассинелли или Маркутана? Чтобы понимали, это я вот про эту вот реликвию. У нее есть максимальный уровень. Какой это? Блин. Любитель снизу. 250, 300, 300. Да, пейман правильно, 300. Сейчас я где-нибудь запишу. А, ребят. Давайте так, смотрите. Сейчас. Так как по иону я не всегда могу розыгрыши проводить. Короче, ребят, у меня есть Дискорд-канал, ссылочка на него в описании. Ну вот, заглядывайте в него, и вот тут в разделе «Айон розыгрыш» поставьте плюсы, те, кто побеждает. Вот, это, во-первых, мне сейчас поможет, чтобы с вами быстро связаться. Ну и в будущем будет проводиться именно в Дискорде розыгрыш, вне стрима там или этот, когда буду раздавать. Вот, и вы сможете в них спокойно участвовать. Вот тут есть будет раздел «Айон розыгрыш», сюда просто плюсик поставьте, чтобы было легче. Ссылочка на Discord также в описании. Так, пока убираю, и давайте продолжим. Так, Пэйма у нас получается первый забрал. Так, вопрос номер два. Какая максимальная скорость движения в игре? Именно максимальная. Она прописана в статусе. То есть, сука, все спалил. Сто? Нифига себе, это откуда такая скорость? Толгеймов, что ли? Денис, 12. Да, верно, 12. И она максимальная скорость приближается вот тут. Типа, больше 12 вы не сможете вот тут поднять. Так, Денис, ты забираешь второй промокод.
С пятым 16. Но мы про это. Я не про пятый имел в виду. Движение. Так, вопрос номер 3. Сколько всего можно вставить одеанов? Димас, правильно, 6. Так, ребят, прошу вас записывать всех в дискордик. Мы можем, короче, разыграть и несколько промокодов, но я, ребят, не буду уверен, что вы сможете их активировать заранее. Так что, если вы ответите на 2 или более вопроса, в принципе, вы получите 2 или более промокода. Так как приз, в принципе, один у всех. У меня диса нет. Ну, это решим как-нибудь проблему. Вот. Возможно, тот предмет просто передается. Поэтому посмотрим. Может, и будет передать. Так, вопрос у меня уже не раз был, но и на него можно будет спокойно ответить. Те, кто на прошлых стримах был, уже, скорее всего, знают его. Какие классы могут использовать ручное оружие? Карюнян, да, все, действительно. Так, это у нас был... 4-й вопрос. 5-й вопрос. Сколько всего форпостов в аппаранте? Чаще всего будет вопрос, кстати, с аппарантой. Димас, правильно, 13. Это верный ответ. Бродяжка Хилл, привет. Да, чуть-чуть не успела. Так, продолжаем. На каких форпостах есть задание кинжала безмолвия? Вопрос с подвохом. И надо вспоминать, ребята. Тебя кончили. Да мне весь хромаке еще порвет. Вредно. Денис правильно ответил, да. Подожди секунду. Код просто топ-дон. Вредный, не топ. Так, 1, 2, 5. Нет, ребят, кинжал безмолвия находится именно по правой и нижней стороне. Получается, второй, вот тут, и вот эти нижние. На остальных форпостах кинжал безмолвия нет. Так, сейчас продолжаем. Это у нас был 6-й вопрос. Какой класс имеет умение право на уничтожение? Это 7-й вопрос. Хил, хил, хил. Денис, правильно, это хил. Ты ответил первый. Ребят, кто выиграл по несколько раз, прошу запомнить, пожалуйста. Чтоб я потом это не делал. Замечательно. Сраный сэндлок.
смысле серьезно. Правильно, хилует. Так, а... Нет, ты не ответил первые два раза. Ну, я вот смотрю, пишет Дима, потом Денис, потом снова Дима, потом только ты. Не было. Да, у тебя есть шанс. Не переживай. Так, вопрос номер 8. Что позволяет теме обнаружения? Скорее всего, это даже приколюха для тех, кто чаще всего им пользуется. Ведь немногие знают, что это такое. Полить инвиз. Первый инвиз. Да, Денис, правильно. Сразу видно, кто им пользуется. Так. Инвиз первого левела полить, да? Все верно. Я вопрос пропукаю, короче, нога от 7 кого-то глаз. Почти, но нет. Так. Вопрос номер 9. В какой день производится осада крепости Парадес? Неверно. Так. Что-то вы меня запутали. Подожди, пойду перепроверю. Это у нас Южный Каталан. Крепость Парадес. Это в субботу. Да, Денис снова верно ответил. Я скинул скрин. Сейчас глянем. Ну, блин, бродяжка, типа, у нас с тобой разные, видишь? Как бы, и по-разному задержка. Нет, у меня все три чата с различных этих, и везде все одинаково прям идет. Типа, нету различий вообще ни по одному чату. Так, вопрос номер 10. С какого уровня можно получить умение снятия шока? Денис решил вообще все забрать, да? 46-е. Не, неверно, 40-е. Да, 40-го уровня можно получить первое умение на снятие шока. Это что на старых версиях, что на новом. Кстати, это был у нас какой? 10-й вопрос. Я немножко забыл. Сейчас я перезайду. Я забыл про наших любимых асмодиан. Вот там есть и говнюки. Привет, слышал обновление, можно аватара сделать. Это еще возможно? Нет, к сожалению, это уже невозможно, но прокачаться уже гораздо быстрее, даже без аватара. Так что, текст, ты можешь спокойно зайти и... Очень быстро. Так, сейчас, ребят, я... Лудану.
Да, Денис сегодня лутает промокод. Да не факт, что Денис может это все активировать, только на разные аккаунты. Я же говорю, ребят. Потому что промокодов очень много выдали, и... Я, в принципе, их не успеваю. Вы за них? Да, я за них. Так, а пока люди набираются, я еще раз, ребят, повторю. Так, чтобы ничего не спалить. Ребят, открывайте Discord, ссылочка в описании, даже сейчас его продублирую специально для вас. Вот, и вот сюда прошу в Айон розыгрышек поставить плюсик. Это делается для будущего, когда я смогу просто раздавать промокоды не на стримах, допустим, или там в загадках каких-нибудь, а просто делать мини-розыгрыш, который вы просто проголосуете и получите на халяву промокодик. Потому что мне не всегда удается запускать стримы по Айонке, а промокоды горят, к сожалению, и надо что-то с этим делать. Так что вот сюда ставите плюсик, я вам даю особую роль для розыгрыша, и в будущем вы сможете участвовать. Так, вроде везде флуданул. Возвращаемся на хила нашего и продолжаем. Тут у меня асмика, по-моему, нету, поэтому так придется. О, так, сейчас, секунду. Привет, последний раз играл еще в 7-0. Сейчас решил вернуться, и такой вопрос. Не удаляли случайный персов, который более 2 лет не играл? Не могу, захожу на старый АК, а там пусто. Нет, персов не удаляли, их всех соединяли, и, возможно, были просто сменены ники. Потому что у меня есть аккаунт, который с 2012, по-моему, года. Вот, и там все персонажи до сих пор есть. Скорее всего, ты аккаунт просто немного напутал, либо кто-то их удалил. Один из двух вариантов. Так, еще раз служу. И давайте продолжать. Дын может между своих разыграть. Может, а может просто их за себя активировать. Так, давайте, поехали. 11-й вопрос. Сколько всего боссов находится в данже Лабиринт? Денис, и снова забирает промокод. Блин, Денис, ты хоть кому-то оставь. Да, 5 боссов. 7, нет, не 7, 5. На одном заходе получается 5 боссов всего пробегаем. А если общее считать, то их, по-моему, даже больше. Потому что там на первом 2, на втором 2. Так, вопрос номер 12. Как называется крепость в Южном Каталаме, по которой можно летать? Их 7 же в общем или 8? Ну смотри, золотой глаз, крометка, а потом кто у нас идет, второй босс? Там либо Атин, либо, по-моему, остальной крюк, это 4. Потом идет дерево и... А этих, да, их 8, 8 штук получается. У тебя задержка, пиздец, делай стрим на Твиче. Я знаю, что у меня задержка высокая, но это не это. И стрим на Твиче тоже есть. Но мы про одну парень считаем. Так, подожди. Мы ответили про...
Парадес, Базен. Так, это... Крепость Базен. Атасмов везде летаешь, в любой крепи. Ну, блин. Так, это крепость Базен, ребята. Кто написал у нас? Керунян. Забирает. Так, вопрос номер 13. Сколько всего эпических перевоплотов? Да, мой кот Такади. 6. Да, всего 6 эпических перевоплотов. Сколько всего... Вопрос номер 14. Сколько всего заходов в данж Тень Манорн? Обычка. Димас, да, верно, 100. После него ответил Такада. Так, чуть-чуть не успел. Ребят, я сразу говорю, что считается по тексту на Ютубе, но Ютуб может и баловать, и разделять. Это уже не мой косяк. Так, Димас, верно. Вопрос номер 15. Как называется NPC, который выдает премиум баф? Ну, ошибку воспринимать не будем. Такада, все верно. Окей, окей, Кера. Так, вопрос номер 16. Довольно-таки легкий вопрос. Какой максимальный уровень в Айоне? Так что бафнулся, не посмотрел. Восемьдесят пятый, верно. Када. Так, а вопрос номер 17. Версии 4.0, нет, на актуальной версии. Ребят, промокодов очень много. Я уже объяснял, как можно будет еще на халяву получить. Это просто уже, чтобы раздать их хоть как-то. В каком данже можно выбить золотую свинку? Башни, ну Такада. Такада, ты хоть запоминаешь, сколько тебе дают? Так, сейчас, секунду. Сейчас, секунду, и продолжим. Ей!
Так, прошу прощения, технические шоколадки немножко. Так. Тебе придется еще между своих разыгрывать. Ну да, можете между своих разыграть, можете еще что-нибудь. Но это просто... Мне их просто раздать надо, ребят. Поэтому сорян. Скорее всего, загадки будут потом в следующий раз немного по-другому. Блин, где они? Так, мы за золотой свинкой были, и у нас победитель Каос Такада. Так, вопрос номер 18. Какой класс имеет умение разрушения барьеров? Димольчик, правильно, пилот. Диего чуть-чуть не успел. Так, последние два вопроса у нас остается. Вопрос номер 19. Какой первый данж во время прокачки мы проходим? Коренен, верный ответ, это Харамель. Первый данж у нас находится Карамель. Харамель. Соло, да, соло. Вообще первый же данж. Ну и 20 вопрос. Сколько всего алтарей в локации Демора? Ты в чат в игре написал, что разрушил? Я писал уже. Демор, это что? Это вот куда мы вообще не ходим толком. Так, так, Ада. Угу, все вижу. Ты забираешь еще один промокод. Так, ребята, еще раз напомню, так как это были просто промокоды на один и тот же предмет, прошу сейчас зайти в Discord. Сейчас вам ссылочку на него дам. Не то нажал. Заходите в Discord канал. Тут есть раздел Айон розыгрыш. Напишите, пожалуйста, плюсик. В будущем я вам дам роль, и вы сможете получать различные плюшки именно в розыгрышах. Я уже навряд ли, потому что я не успеваю иногда на стримах эти розыгрыши делать, да и загадки довольно-таки сложно придумывать. А так я просто буду их тут как бы разыгрывать, и там просто будете там голосовать за него, и все. Ну и в течение там сутки или в течение там определенного количества дней просто забирать. Вот. Ну, а также, ребят, кто уже победил, я прошу написать мне в личку. Сейчас, секунду. Я вот тут есть, можете нажать. Тут есть написать личные сообщения. И написать свой ник и сколько промокодов вы должны забрать. Я вам сейчас их все отправлю. Хотите больше промокодов, отправляйте сюда плюсик. Сюда вот. Так, сейчас я их раздам. Так, еще раз, ребят, предупреждаю, те, кто только подошел, промокоды, это один промокод на воду. Поэтому, если он вдруг не активируется, так как это с одного раздела, вы можете либо взять его на другом аккаунте, либо кому-то подарить. Я просто не знаю, передается он или нет. Вот, поэтому там как-то между собой уже решайте.
Чего просто контрольное слово в чат на канале не писать, прогоры разыгрывать? Ну, не знаю. Можно было бы, да что-то. Да не, я в следующий раз их просто в Дискорде буду разыгрывать. Так и легче, и не обязательно даже стрим проводить. Так, чатик убираю. Так, подожди. По-моему, еще должен был Денис, это хорошо помню. И кто-то еще, по-моему, выигрывал. Мне отписало всего 4 человека, ребят. Да, бродяжка написала, а Вейки тоже написал. Какой онлайн на актуале? Ну, давай посмотрим. Сейчас 200 человек находится только за элийскую расу. Возьмем с 80-х уровнях тоже 200. С 85-х тоже 200. Короче, больше 200 человек 85-х уровня. Подожди. Вот так вот. 163 85 и все, что ниже, там более минималка. Вот. Ну и еще есть межсервер, который чаще всего популярный. Вот. А если ты хочешь посмотреть именно какой онлайн на осадах, ты можешь открыть мой YouTube канал. А, там есть последняя осада, видюшка, и, в принципе, там на середину где-то перемотать, там будет осада крепости именно на межсервере. Плюс я керу, да. Ну я напишу, что написать мне? Так, осталось еще, ребят, куча промокодов. Кстати, напоминаю, что у меня еще в группе ВКонтакте идет розыгрыш, но там розыгрыш а-ля «Найди местность». Там подарки уже повкуснее, если хотите участвовать, то ищите местность, ребят. Сейчас посмотрю, спасибо, всего наилучшего тебе. Спасибо, что заглянул. Тебе всего удачки. Так, я плюсанула в ДК. А, ты в этот плюсанул. Сейчас. Такое запомнил, сколько у тебя промокодов-то было? Так, я узнать, будет ли стример катать Евку на этой неделе, это все зависит от второго напарника моего пассажира. Подскажи еще один момент, PvP контента на актуале много или PvP как такового нет уже, он ли PvE? Он как бы и есть, но, ребят, сложно назвать PvP. Если попадешься против своей экипировки, возможно PvP будет, а так, скорее всего, просто переедут. Поэтому... А, и если будешь играть на Руофе, то выбирай сервер Асгард. Он более такой населенный, так сказать.
Тарталетка, спасибо большое за подписку. Так, ну, в принципе, мы разыграли то, что я хотел. Немного не так я это все рассчитывал, но как всегда, как получилось. Так, Дэн уже тут. А, Дэн, что у тебя с пингом? Лучше, не лучше? Привет, пес. Зак, в очереди скилл учится? Да, учится. Я в прошлый раз зашел, все поставил сразу. Он что разыграл, да? Нельзя использовать. Ну ты разыграл, разыграл и все. Ну да. Так, подскакивает, но терпимо. По пранч побегаем? Или не настолько у тебя? Блин, привет. Там, кстати, привет. Привет. Там человечек про Легион писал, и я вот ему перезаходил. Блин, да, но тебя я сам себя слышу, это неприятно. Сделай что-нибудь. Я просто с телефона смотрел стрим. Поэтому ты, наверное, слышал себя. Да, скорее всего. Я жду это тут. Мопчиков до конца надо допилить. Все, вам только одно надо, мужиков, затащить их в Евку. Блин, я сейчас человека Ника не найду, который мне писал. Блин, а его нет в сети уже. Ну ладно. Дэн, бери меня в пати, это я, если что. Вот, полкило. А, нет, он просто апнулся быстро. Так, сейчас, да, найду. У меня опять карта, блядь, багнулась. Тут все асфальтские. Не для этого сбал.
Попинать никого не хочешь побегать? Седьмая наша. Девятая. Пинать всегда готов. Пускай меня потом попинает тоже, но пускай. Нас сегодня на дереве вообще сбили. Под мобами. Это было неприятно. Сейчас стигму сменим. Что привело вас сюда? Так, а ты где вообще? Угу, вижу. Так, давайте договоримся. У кого руны на XP не трогаем, а остальных можем попинуть. Ну, у меня руны на XP, и меня все равно пинают. Ну, это у нас сейчас договоримся. Ну и у кого, если переплот не эпический, тоже не трогай. Когда... Ну, когда? Кого тогда убивать? Нафу! Она сегодня пыталась меня это... Зафигарить. Думала с одного удара это... Да, но он с двух тебя почти чуть не убил. Но он дот да. На тебя кинул, там больно было. На меня скалу ледышку эту кинул. Седьмой. На седьмом форпосте осмы. Прикинь, Дэн, сегодня, короче, это, пытался вторую благо вытащить в перье. Короче, на перье. Вот, и поломал его. Пришлось писать техподдержку, чтобы мне вернули перо. Опа. Блин, я близко, но не факт. А второй раз мы делаем, что захватили. Давай. Да, прям перед глазами в этих гварды появились по ходу. Угу. Некого убивать в аппаранте, могу я прийти. Пишет таки он. А ты один? Блин, да ну очень далеко. А тут трое были. Этот Никотик с Чантом и... А, Никотик. Ну что-то Никотика не уйдет, он у тебя добав. Только Лука. А, нет. Токсик Пейнтер. А, Худ. Мюзик. Сейчас, смотри. Не успеешь. Успею. Допинать. Пингует, что ли? Чё... Ну все, как да. Били его? Да, да, убили. Нормально. Дэн за монетки встал. Я попытался попинать его. Макотик. Это, Дэн. Не котик. Любимый друг. Алло, а чё я так вижу? Слышь, я пингую. Я думал, то он пингует, а пингую я. Ну всё, я улетел. Так, сейчас, секунду. Не, Кион, если хочешь, можешь прийти, но... Типа, мы не против. Но один. Это, блин, я как 10 человек. Надо мне понять, почему я пингую сейчас.
Так, Дэн, ты там остался, да? А там с художником воюет. Или да, он с токсиком воюет. Куда идти? Не знаю, найди нас. Бегай, попадешься. Дэн, беги к... Ага, все, я понял. Что, тебя быстро, тебя гварды, что ли? Гварды плюс не котик. Ну, кстати, не котик. А, плюс луп. А пинг показать можно? 928, я понял. Так, я в игру перезайду сейчас. Это то же самое, что и у меня было. Даже больше. Мне кажется, эта проблема не с этим, слышишь? Не с провайдером у тебя. Сейчас. Так, какие вам, подожди, у меня с пингой проблемы. Сейчас, секунду. Интернет зашел, сказать для свидоли? У тебя тоже лагает, что ли? Я? Не, Ваня-то. Не, ну я с Саёнкой. Не, он до сих пор пинга 500. Ладно, хер с ним. Поехали. Как это хер с ним, как-то будет херить? Пингай по 200. Сейчас, может, со временем наладится. Двести. Так, ладно, делай. Пинг страшный нарисовался, а ты пингуешь. Кто нарисовался? Противник. Ты про Хиона? Ну да. Двести пятьдесят, 220. Жесть кайт. Уменьшается. Ну да, 140. Его скилл с задержкой в секунду почти. Там кто? Тут страшно. А, давай яичко, эстетика. Да нет, там при всем желании не получится, братан. Я знаю. Я просто смотрю. Наблюдаю. Пойдем дальше.
94 и 500. Угу. Так, через низ придется. Да. На той стороне нет, более... через вверх пока что. Не-не-не, там дальше не пройдешь. Через вверх. Ты пройдешь? Да. Я сейчас я прыгну. Давай, эксперт, проходи. Ага, и второй удар смерти, да? Нет, живой, смотри-ка. Ага, прошел? Прошел. А я за тобой прошел? Вот, уже не знаю. Ну, по-моему, злой дядька отагрился. Злой, да. Сейчас вроде прокастовал, брат. Я сейчас под гвардами умру. Пошли. Я для безопасности по низу пробежался. Опачки. Чё там? О, там... Это лисички без яичек, вроде были с яичками, непонятно. По-моему, это без был. Бля, Дэн, ты где? Я в мобах. Да я вижу какие-то мобаги. Блин. Найс мобы. Бля, подожди, я их отогрю. Я на тебя кинулся, Морис? Нет. Сможешь его риснуть? Я нет. Я камней. Может, у него нет камней. Вот, блядь. Как у вас нет камней? Во время прокачки получается. Вот одевай давай. Я пока еще пока побегаю. Опа. Океан нашел нас. Только меня не надо трогать. И трогай всех. Ага. Еще гварды стан дадут. Сраная пинга. А это что за чар? Молодец. Без яичек, что ли? Ох, без яичек, блин. Если так продолжишь лагать, то будешь саду стримить? Не знаю. Блин, ну слушай, с лагами я долго прожил. Но я тебя не отхилю, и то из-за того, что там гварды были. Чисто не успел к тебе. Чем я могу помочь? Первый раз, а вот второй раз океан пришел. Если хотя бы было кого хилить, или что хилить. Сколько тебе океан нанес? Да всего лишь 65. Еще 13 и пол хп почти снес. Блин, ну океан нашелся, не так часто с ним встречаемся, а вот тут меня типа пингуют. Весь кайф обломал. Это пинг. Один скилл только. Да не, было бы веселее, если бы меня не пинговало, я бы его хилить успел. Может быть. Это, слышишь, где-то попросторнее, потому что там слишком узко, и получается там через каждые 3 метра форпосты вот с этими гвардами. Ты только от одного убегаешь, на второй агришься. Нельзя атаковать.
хочу. Угу, все, я как бы встал. Нет, смысла соваться нету. Обратно потом бежать. Нет. Ты его усыплял, ты его усыплял, да? Не бей пока что. Угу. Это негодяй слишком жирный. Слышь, он под подготовкой защитим. Да я вижу. Нельзя атаковать. Там он, слышишь, Син? Ой, лук, второй. Блять, ну я просто пингую, я не могу. Типа я после Аша не успел скилл прожать. Их слишком много уже. Да это херня, то что их там много. Ты же успел одного забрать, ой, во всем там замесе. Типа, ну... У меня даже пинг не отображаться не хочет. 991. И то мало должно быть. 90-95, если бафнуться. 13-12 наше. А какие он? Давай играть честно. Я пингую, ты без бафов. А то за тобой еще там 3 человека бегает. Можешь сразу раздеваться, это. Да, можешь сразу раздеваться. Ну я глаз не могу ему даже отдать, у меня настолько это. Все, я завис. Блять, я вижу океан, и я зависаю. Цель находится слишком далеко. Дэн, лука. Я все, я кончился. Нет, а мы бы. О, я еще жив. А, ты его успел, да? Примите мне какашу. Есть. А, он во сне у тебя, да? Блядь, говори ты, братан. Убегаем. Бежать! А, уже на первом. Нормально. Так. Надо уходить, слышишь, пойдем к нашим, Надо тагрить этих. Слишком большое расстояние до цели. У меня этот есть. Цель находится слепка. Слишком далеко. Нельзя. Я их заслипал. И минус отхил. Добить! Цель находится слишком далеко. Сука. Могу я срочно. Да, я вижу. Мне нечем контролировать пока что. Ну я пуст. Он тебя дальний добил. Держи в курсе. Сильно. И больно. Не то, что я.
колупаю, бля. А кого не прошли? Не, с лука не получится. А вот с него получится. Я вернулся. Окей. Mm-hmm. Да какой лук еще? Блять. Это опять Джонни револьвер этот. А. Да, опять Джонни. Чем я могу помочь? Я потом скинем Палпатину, как он нас убивает и типа будет. В смысле? Ты о чем? Будет видос. А Джонни с Палпатином, типа. А. Да о чем он там снимет? Ты вот дважды нападает, ты дважды его убиваешь. Рядом 40 метров. Сними какаху. Ага. Блять, немка не снимается. Ты слышишь, быстро бежишь. Типа, подожди. А меня там лесной просто. А потом еще это перепутал тебя с пилотом. Он в другом, в одной стороне, а ты в другой стороне. И такой, и куда бежать, куда бежать? Пока открыл карту и такой, упс, не туда. Потому что встретил, если да? Я к вам сейчас пойду, меня сейчас опять это завалят. Я пока лучше подожду, постою, пока не трогают. Вам спасибо. В смысле синий? Слишком большое расстояние до цели. Не бей его. А там глаз висит. Револьвер. Да, блядь, я не могу. У меня чисто... Я ему слепку закинуть не могу, потому что меня пингует. Она начинает бить, я антишок прожимаю, и слепка ничего не работает. Обоить. Так, давай вставай. Какой там уже счет? 20-0? Не, ну почему? У Океана, да? А у Джонни револьвера там. Да не, нормально, в принципе. Мы же даже пытаемся убить кого-то. Какое-то разнообразие, а не просто в крепости сидеть. Ты видел, как Джонни сразу убегает? Я во сне. Что? Там у ворот был или мне показалось? О, у Океана? Да. Все, может быть. Блять, не успею. Слишком большое расстояние до цели. Джонни убил? Нет, еще живой.
На крополях, но живой. Нужно подождать, братан. Джоник Фоллоу уже. Да блин, 6900. Вот это не урон, это говно. Бэк? Бэк, бэк, бэк. Отходи, отходи. Давайте на это, на кулаках лучше. Да, Хакел нас на кулаках порвет. Минута до слепки. У меня другой был в плане другого убить. Чё, пробуем его? Это единичка уже убил. Я вижу. Этого пим-пим пробьёшь. Блин, у меня слепки нет. Отхилюс. За ним струнка побежал. Не-не-не, Дэн, вернись, 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 я отошел. Пока нельзя использовать. Красный бер закончил, Соня. Слишком большое расстояние до цели. Он под слепкой, под минус от хила. Его добить можно. Моим уроном, блин, добивай. Через 9 секунд будет этот прыл. Мы победили РБ. Его скорее всего этот моб добил, чем я. Он встал. Так, ладно. Один есть. РБ повержен. Что делаете? Мы Океан убиваем. Ну, пытаемся. Ой, что там, слушай, он золоте. 13 секунд до этого, слышь? Подержи его в контроле. У него сейчас ББшка спадет, слышь? А он, он под этим, слышь? А я под ДЖ. Нормально. Он под берсом. Можно попробовать. Нельзя атаковать. Нельзя атаковать. Промахнулся Диан. А, ну ясно, понятно, до свидания. Блин, зря к нему покажу, у него же это. Цель находится слишком далеко. Слишком большое расстояние до цели. Нельзя атаковать. Гварда. Да, у вас метило. Хотя бы какое-то развлечение. Хоть и не в нашу сторону, но пускай. Да. Не, было бы веселее, если бы я не пинговал. Там хотя бы можно еще было кому-нибудь ему позвать. Так еще получается. Дэн? Ага, вижу. Да не снимайте с него какахи. В смысле какахи? Привет. Привет. Она не мужик, ты ж сам ты убьешь. Я знаю. Ну, пробуй. Он залоченный, не отхиливается. О, а чё это его так больно? Это ты в него прокаст отдал? Это дебаф. Дебаф с мобов. Но это не я, это, ну, скорее всего, это струнка. Ты хочешь сказать, что им... А, шестой Тиамат, ну да. Освободитель, Не, он должен освободитель. Он так много... А, чай не прав, восьмая пушка. Чувак, вот я тебе сейчас кину скрин моего ДПСа по нему. Ты все поймаешь сразу. Так, а гварда вешает дебаф 0 дефа сразу. Так, ну мы дважды победили босса. Блять, гварды появились. Мы?
Ну, пока просто бегаем. И какого это вы там босса хотите? Ну, и Кио напинаем. Что, Дэмка с нами хочешь? Да, не скучно. Давай. Так, Дэн, возьми Елену. А меня? А поняли, Иру? Если бы гварды у вас... Иру тоже бери. Бери всех. Только, ребят, не факт, что я вас вообще отхилю. Да, массовка. Знаешь, один скилл одному, один скилл другому. И там уже есть 10 секунд для того, чтобы убить. Ну, типа, это даже не голый, это просто перерыл. Ну, блин, не, первый раз мы, по-моему, тебя просто запили, а вот сейчас, да, что-то я заметил, у тебя очень сильно ДПС влетел. Но все равно, это 2.30, все нормально. Не забираем на победу. В сиделку. Сейчас, Лена. А, ну я вижу, да, там, вообще боль. Хорошие цифры, да? Когда это атака площади бьет. А, да? Ну ладно. Дэн, дай лидерку. Не, ну хоть какое-то разнообразие, действительно. Блин, если бы не пинговало, то было бы веселее, конечно. А то получается... Очень интересно, у него это сет, когда он меняет чисто на маг-защиту или просто? А ты думаешь, щит? Не меняет? Акен, ты меняешься ты, когда дерешься или нет? И какой у тебя пинг? Меняет. Не, я просто замечал, что он это... скиллы юзает эти. Так, ребят, наша задача брать интеллект. Это значит держать этого говнюка как можно больше в контролях, в параличах, в немках. Да, он нас будет уроном брать. Все как и раньше. Блин, а там же сегодня 3-3, по-моему, да, эти есть? Которые еще не убрали. Ну, с таким пингом. 3-3 регать. Кстати, ты заметил, что уже не револьвера больше нет? Ему надоело или он не успевает просто? Не знаю. Не, ну, я могу пару ударов под Такиона пережить. Ну, если он меня полностью на антишок не разводит, то я могу от него побегать. Если в контроле ловит, то я, скорее всего, там и заканчиваюсь. Два удара. Это считается переживать? Да, два удара, да, от него. Тормозит по-страшному. Может, у тебя тоже с интернетом проблемы? Да нет, вроде. А у тебя какой интернет? Провайдер. А тебе это что-нибудь скажет? Может быть. Ничего не скажет, честно. Ну какой у тебя? Эйфлет. Ладно, ничего не скажет. Я тоже. У нас, по-моему, с Дэном один, да? Ты что, что с Телеком? Беру с Телеком, блин, я с Украины. Вот смотри, у меня скорость движения в ботах плюс 22%. Я все равно за вами, блин, не успеваю. Эпический перевоплот.
Хм. Он не скажет. Да, вы вон куда помчались. И да, зачем тут. Я сюда бежала? Сказали бы мне, что мы туда придем. Ну, в смысле, куда? Они а мы, не... про... мы просто же бегаем, да. Спасибо огромное тебе, Настя. Огромное спасибо за 50 рублей. Вас догоняю, вы туда. Ну мы ждем тебя. Настя, огромное спасибо тебе. И привет. Что там была? Так, Океан спрашивает, куда идти. Где у нас есть такое место, где мы можем его похитрить? Короче, Океан, вот сюда беги. Вот сюда вот. Дэн, помнишь, где мы никотика брали? На 7-м. 7-й этаж. Какая разница, пошли на 7-й. Там и когда не наша была, мы же никотика брали. Мы просто до 10-го убегали. Ну вот, так же и будем делать. Как у тебя, Настя, дела? Ну ладно, ты будешь хилить, я буду типа ковырять. Там по 5000, по 6. Ну... Ира будет на него паралич кидать, если, конечно, не умрет от ближайшего массового умения. Если этот паралич пройдет. Не, парал 100% проходит. Вот. А Лена будет по КД на него немку кидать. Главная тактика, тактика. И магическое усиление снимать, да? Или чего? Да, хорошо, все. Как ты? Да, вот, все, в принципе, хорошо. Бегаем, деремся. Пингую, правда, немного, не знаю, что с интернетом у меня. Вот. Потихоньку начинаем, кстати, на видеокарту собирать. Так что огромное спасибо за поддержку. Ребяткам привет передавай. Это, ну, скорее всего, немногие знают, но Настя Крисп передает вам привет. Ей тоже привет. Какая она Мэри Крисмас. Подожди, просто Крисмас. Просто Крисмас. Просто Крисмас, да. Мэри Крисмас у меня на другом было. Вот, кстати, завтра будет стрим хоррора. Если хочешь, приходи, также с пульсом будет. Поиграем, посмотрим. Ну а Океан нас должен там уже будет сейчас ждать. У него ТП-то есть туда? Цель находится слишком далеко. Так, ну слушай, у меня вроде пинг хотя бы не 300. Но все равно... 250, да? Ну да. Так что следующий сон, а поаккуратнее. 275. Ну, не 300. Так, это не Океан. Ну, можно пробегать. Так, это новенький. У меня глад просто летит. Без лишних слов. А сколько это будет завтра? Да, после обеда, возможно. Рискай, знаешь, руки на выворот. Так, гварды. Ты шо, пометил? Океана, да. Ира, у них торпеды в жопе, их нереально догнать. Ну и зачем я тогда туда бегу? Так ты беги, беги, мы-то тут останемся сейчас. Сейчас. Будешь резать. Да, будешь резать нас сейчас. Могу нарвать одним глазом поглядеть. Окей. Так, ну ждем. Главное, что он не всех убивал, чтобы потом резать, блин. Привет, Миша. Привет, Миш. Так, Дэн, саморез на тебя кидаю. Где они по тебе? Снова ты шла? Океан. Океан на горизонте. Дамка, ты была сильной. Чё? А, этот, луна у него.
Пора не прошел. Ты его как, контролишь или... Я хотел законтролить. Он буква, он под берсом. Нечно, куда же... Он без отхила и не бьет. Он слеп. А, нет, он не слеп. Нет, Тоша. Паралич дал. Прошел. Фига, Ира сильная прям. Да ладно. Значит, хилится. Я вообще маленький. Гварды, аккуратно, гварды, гварды, гварды. Гвардов не агрит. Давай, давай, давай. Только он гвардом получался. Давайте из доты не кидать. Там кара висит. ББшка 25 секунд. От этого не увидел. Дал оковы ему. Нельзя атаковать. Ты как умер? На тебя сам резну. Я побегу. Можно влить меня? Попробовать. Блин, мне надо это поменять. Хорошо, но... Подмога идёт. Не, он мимо. Слишком большое расстояние до цели. Порал. Слепка золочная. Нельзя атаковать. Слепка снята. Отхиливается. Его нереально убить. Магическая защита. Да, ну контролить его надо. Не бить, не бить, не бить, не бил. Не бить. Сможешь законтролить? Надо переждать. У него еще берск. Слишком большое расстояние. О, на гвардах прыгнул прям. Я? Да. Наверное. Я это могу. Парализовал его. Гвард на мне. Приз. Я завис. И стану мне. Ира. Ресни. Так, где-то. Слишком большое расстояние до цели. Оп, нет. Какие станы от гвардов? Питерные. Оп, нет. Лен, отхи чуть-чуть. А я что делаю? Спасибо. Это, походу, дело единственное, что я могу вам сделать. Так, вы не поверите, но я еще жив. Мы видим. Так, я разворачиваюсь и бегу к вам. Я говорю, Ира без всего, она его еще долбасит как-то. Да. Ты рядом уже, да? Сзади хвост. Два. Ой, блин. Убирайся. Не бейте. Не... Поздно, я задержкой выдал. Так его можно, он же без ничего был, только что он в меня все отдал, и красный, и этот. Это не имеет значения, мне нужно, чтобы он был, стоял в станах. Понял. А вы сбили ему сон.
Все, я... И он переключился от... А, ты думаешь из-за этого? Конечно. Его подлавливать надо тогда, когда он с красным. Кто гварда придет, признавайтесь? Нельзя атаковать. Ого, действительно, они за вами бегут. Не бить гварду. Четыре, три, два. Угу. Пять. Не бить. Да не проходи, нифига. Думаешь, сапнул его обратно? Он с щитом, не бить, видишь? Не бить. А, ну. Залочен. Ну да, он сам стоит. Сменил, на дворок сменил. Берс. Убеги. Давай попробуем. А, переключился снова. Нам подслепка и под этим. Блин, мне надо второй пора поставить. Как вы его пробиваете вообще? Я про Иру вообще молчу. Как пробиваете? Знаешь, 200-200, плюс 200. И там мне, вот, раз, мне вообще единица по ним пролетела. Слишком большое расстояние до цели. Я-то ему что сделал? А это, слышишь, тут бард какой-то. Худ. А, худ даже. Блять, отвлек. Хотел поднять, но не получилось. Да, и тут не получится, если они сейчас вдвоем, блин. Бать, в камень меня закинул. Прям улетает. Не, худ там это. Да и не про худо. Худ не в счет. Вам нужно исцеление? Блин, я бы Жеку позвал, но Жек, скорее всего, винофармит опять. Сейчас. Жек, он спит. Что, будете собирать это Арик на РБ, да? Цель находится слишком далеко. Слишком большое расстояние до цели. Уже на осадку собирают. Да ты осада еще 20 минут. Слишком большое расстояние до цели. Ранее. 40. 2 минуты. Слишком ты большое до... расстояние. Давай, на бардика пойдешь. Угу. Ладно, побежала я дальше. Давай, Крис, спасибо, что посидел. Отлично, стрим. Я в магазин, а тут резвее. Давай. А так хорошо пробивал.
я на художника нашел. Мы что, в натуре Алик будем на него собирать? Попробуйте. Глад где-то внизу стоит, художник бежал. Че, Миш? Глад, которого вы били внизу, стоит под мостиком. Художник убежал. А ты что, там рядом с нами был? Нет, я просто пришел и стою и увидел то, что... Ну ладно, я еще пару недель играю, потом и Ливаю сыграть, так что забейте. В смысле? А что ты так? Окей. Привет. 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 Залетай, мы тут это, Кео напинаем. Они его пинают. Ну, да, пытаемся. Сейчас, башню допройду. Тут как раз на стриме мы его вызвали, короче, один против семерых. Ну, судя по всему, что сейчас будет. Не, если мы его сейчас легко убьем, то Кео может кого-то еще позвать. Было интересно. Семеро, кто? Так, Дэн, Ира, Лена, я, ты и, видимо, Антон сейчас будет. Я на саду, я там калека, это если что. Миша, ты будешь? Калека, это я! Калека, оставай. Два раза, понимаешь, два раза и все. По сравнению с кем сейчас они, мы сейчас повыпашимся, точнее вы, там я калека. Не, надо, ты че, я... Этот, даже я повыняшен пошел, да? Я своим пилотиком против няфы сегодня сопротивлялся. А куда еще больше мне так плывет в глазах все? Да, нормально. Ты видел, кто это линкануло? Линкануло? Ты уже видел. Шапку заточила на 15. А, поздравляю. Плюс еще скрижалику. Не, у нас сейчас трое будет, и... Ну, не считая меня пингующего, у нас вот 40 HR сейчас будут еще довольно-таки сильные. Ну... По своим меркам сильные. Да, по своим меркам сильные, типа. Не, Жак сильный этот чантик, нормально это может это... заехать. Короче, мы это... Паринки бегать, орать пёс на все. Ну и когда няфа в говно, почти выигрывать его. Вот чё. Да как и он тоже сейчас немного это. А, ну хорошо. Но все равно, знаешь, это не позволяет нам его победить. Он слишком жесткий. Да ладно, Ира его хорошо пробивал. Ну слушай, а там этап через 30 минут, кстати. Я сада через 30 минут. Угу. А чё этап, кстати, на этой неделе? Точнее, сегодня. Вообще на страшно. Не, нам бы Алю. На самом деле. Она что-то... Я написал ей, что осада может начаться. Привет. Я тут. Это, дай лидерку, да. У тебя у меня она. Я ж тебе давал, что метить. Только это, Жак, я пингую, поэтому, если что, на меня не рассчитывай сильно. А ты кем вообще идешь-то? Где ты? Раптором? Сейчас я зайду, я башню допрохожу. Я так и не понял, а куда? В смысле? Идем. Ну, еще побираемся. Миша, ты там еще? Миша, ты пойдешь? Да, брат. Да. Вот эти все несъемные немки нужны. Все нужно. На боссов идем. Да, на босса идем одного. Так, я в магаз убежал 10 минут. Ну вот давай там, Жек, как раз спишь. Где mm-hmm. Типа покажешь, что ли, поищем кого-нибудь, да? Хотя сейчас все боссы будут, скорее всего, на осаду. А, ну, через полчаса осада, да. Ну мы-то тоже пойдем на осаду. А я на четвертый прыгну. А, или Ататад. О, интересно будет. И Ататад, и осада одновременно. Смотри, чей это. Если асмы, то что, они первую забьют, две крепы, потом пойдут на этот.
Ока, да, эти. Там вернуться. Если Асмы забьют на Ингокрепы, уверяю вам, наши лидеры вот в таких вот скобочках, вот видите свой монитор, еще в три раза увеличивайте скобочки с каждой стороны, и в этих скобочках лидер расы написано, вот. Блин, а вы что, на четвертый прыгнули? Решение пойти брать кельку. Не все. Миша бежит сзади. Не, они не пойдут на кельку в любом случае. Пойдут. Не пойдут. Это ж супер план. Ну давай начнем с того, что у нас кто РБ делит? Определенные люди. Вот. А... Те, кто смогли договориться. Вот, да. Ну да, типа, они сейчас пойдут, убьют от ада, потом пойдут на этот. Типа, ну, в любом случае, да, никто. Типа, Цеплер, ну, во-первых, там непонятно, чей сейчас от ад. Наш или асмодианский. Может, он вообще наш. А у Асма, в принципе, все под одним этим идут. Поэтому... Да мне кажется, ну, не знаю, но у вас уже тоже есть рудименты определенные. Ну, в плане лего. Думаешь? 212-й, пупсики, я не знаю, кому они там принадлежат. Из таких плюс-минус крупных лего. Да, знаешь, как легко понять, чей сейчас этот атат? Просто посмотреть лидеров. То есть из наших... Между стоит потом поехать. Пупсики там нубы кривые, мне пишут. Асмы супериоры заход берут его только, и все, по ходу дела. Не знаю, по поводу пупсиков ничего говорить не буду. У меня вообще кланы скрыты, поэтому. Неизвестно, но кто у нас. Типа, не, ну давайте признаем, мы тоже видим, что у нас голды нуб. Типа. Также пишешь, что эпики. Не, ну у суперов чисто количество больше, по-моему, чем у пупсика. Да боже мой. Голды топ-1 по нубам. Это уже второй человек пишет. Блин, неужто там настолько все плохо? Ну, когда-то там были одеты люди. О, слушайте, раз вы тут, у меня вопрос к космодианцам. У вас тоже атат и различные боссы работают по ДКП-системе? А Няфа, в каком клане, кстати, кто-то обращал внимание? Помойки. Ой, простите. Не знаю. Мне это, кстати, немного дало. Договорился по Фрейду, чем началось. Да, конечно. Да? А, ну окей. Какая у тебя ведька классная. А, в суперах, нет. У меня просто скрытый, я не знаю, где он там. Я просто помню, что первого, по-моему, там, когда КП-7 началась, Няфа там залутал что-то. Стат. Бухим везет. Так, Раптор, давай, заходи. Сейчас там как раз таки он придет скоро. Бегаем, подеремся еще. Серьезно, гварда зацепил? Да как? Толстый поп. Да посмотри на мою фигуру, она идеальна. Толстый. Че? Да, титул забыл взять.
Ну, приморский, который. Пинг 100. И следующий 325. Ну, я говорю, у меня вот тоже момент был, что, типа... Пинг вообще это неадекватно себе. Неверно выбранная цель. Давай, в аппаранту прыгай. У нас 30 минут еще побегать, поискать кого-нибудь. Тебе говорю, уже все, скорее всего, на этих. Да, тут собираются уже. Они пришли пораньше, чтобы подольше постоять. Это известно. То вдруг осада раньше начнется. 11 лет всегда в одно и то же время начинается. Тут мало. Не, ну знаешь, тут это, вспомни эти каталаматы. То они позже были, то вообще их не было. То раньше начали. Ну, это момент настройки. Так-то. Что-то ты лагаешь немного. Тут чисто антиокеан стоит. Пати. Давай, Жек. Вы там умеетесь. Мы на седьмом. Ты его не призовешь. Не может отличить грызу от шторма, да? Такой вот я. Слушай, а 3 месяца уже прошло или нет? Джек. В середине декабря. Да? Я не вижу вас на карте. Это десятка. Почему его призывать нельзя? Потому что это не призывная зона. 4, 7 и 8 только призывать можно. И то, если они элийские. Кого собрались призывать? Тебя хотели? Допустим. 18 есть, добегу. А что, если бы не было, не добежал? Пойдем тебя встречать. Там этот... Ну, говорится, другая фаза. А все равно пока океан мака зашел. Хотя его можно найти, конечно, Демит. Если он не ушел. А ПКш, ну. Меня еще сегодня под деревом забрали. Кто? Ты не знаю, какие-то там. Нонейм. Гаити. Ико. Гаити? Дурочка это. А вам с разряд молнии. Где он? Ага. Ага. Хил под тебя маткой плюс 5. Ага. Ага, щит и побежал, понял. Не хочет он с вами дружить. Только этот, давайте... Мы экскурсии проводим, вот смотрите, хил бьет да. По полу. Маленьких же? Будем бить. Не, маленьких, у которых нет перевоплота и руны на XP. Точнее, руны на XP есть, не бьем. Остальных можно было бить, вот так как хила. Только это, давайте еще при таких условиях, чтобы пускай человек добьет моба. А тут лук стоит. Нет, добьет, не добьет, но не знаю, но типа, если прям рили маленький, то не бьем. А если не маленький, что? Ну тут стоит один с Кайсом. Но у него рунки нулевые. У меня тоже нулевые рунки. Где вы есть? Я не могу вас на карте нащупать. Не понял? Члены. Цель находится слишком далеко. Там, а что такой закол болючий? Не трогайте его, я нормальный. Он не маленький, он болючий. Это твинг. Да ну не трогайте его. Ну что началось-то?
Но он сейчас сам бить начал. Ладно, не бейте его. Ставьте. Бросьте его. Фу, прям. Молочко. А вот этого убить? А вот этого надо трогать. Так, а за ним еще двое, кстати. Трое. Блин, Дэн, разметь. Передал тебе. Я в эфире. Жека снял. Да нет, хилевая на тебя минус слевка. На мне немка залоченная. Скорее всего, я все. Я первый. Вторая немка залочена. Не, я теперь я точно все. Не, джип. Да кого? Блин, какой эфир-то? Блять. Третий эфир. Да пошли нахуй сосниматься по файлу. Ой, простите. Сина убейте. О, не, я, блядь, даже скилл не смог. Нарвались. Да пёс выпустить из эфира. Так, встаём. Позор. Ну почему позор? Они три одетых? У нас три одетых. Кто не раздетых? Ну... Ну давайте уж сильно себя не принижать, мы все-таки немного одеты. Немножко, да. Так, немножко, 20 урона открыто. Ух. Хоть не шотнулись, на седьмой можно прыгать. Здравствуйте. А я дайте ДК хоть сейчас. Не давайте ему ДК, он подслушивать будет. Да он говорю, случае... он кто, в любом случае будет. Да с задержкой. Жень, пробавкой. Там на этом нету, на Твиче задержки, поэтому. А. Спасибо. Так, авторизуйся, я тебе выдам права. Я вам и этот, и Урик дала. И мотив надежды дал. А, да Урик нам сильно не поможет, потому что и так же кап. Надежды нет. Есть только отчаяние. Надежда сбоку. Любовь, где любовь? Идеально. Любви нет, поверь мне. Видишь, я ищу, не найду никак. Ну, все, не все еще потеряно. Поверь, мне все потеряно. Не-не-не, все нормально. Ля, что за кролик? Это кролик самка или нет? О, не, все. Это кто, пес или кот? Непонятно. Ты о чем вообще? Да нет. А зачем ты меня призываешь? Кролик. Кто кого там призывает? Эдемка меня призывает. А зачем я ты тебя призывала? Подожди. Да. Какого хрена? Привет, убийца слабых. А, я тебя отхиливал, я хотел Дэн призвать. Привет. Убийца слабых, ты сам слабый. По слабо меня это уклепал, это... этого донышку. Слабый. Здесь нет слабых. Ну да. На сейчас. Вы на физику не смотрите, я духом сидел. Да. Чё вас так много-то стало? Да ты ж босс, блин. Не, ну ты троих можешь не считать. Они чисто как группа поддержки. Так, немку кинуть, которая не пройдёт. Сбивать таргет. Да. Сбивать таргет. Один удар и всё. Да они нифига не помогают.
Мы, короче, там же. Не, на Океон не прокатывает ни немка, ни снятие вообще. Окей. По крайней мере, мои. Не, у меня паралу раз... Кстати, да, надо паралу сменить. Спасибо, напомню. У меня паралу раз на раз проходит. Да, туда же. Ну, тут более свободное там. Больше гвардов. Да, да, больше гвардов. Меньше мобов. Может, вы просто в шестером побьете, а я постою? Не-не, брат. О, смотри, Маронька сразу заинтересовалась. Мне просто далеко бежать до туда. Ну, на, скажи. Форпост-то не твой. Ну, подскажи, куда подбежать. Ты с какого бежишь-то? Ну, с гарнизона больше тэпаться некуда. А, да. Ну, пойдемте в сторону этого. В сторону пятерки. Да-да, сад успей. Там тэпнуться-то 2 минуты дел. Там еще отдат вроде, через 12. А мы не ходим. Да. Он не ваш на этой на сегодня? А я не знаю, я как бы не раб вирусоида. А, понял. Блин, кто вчера читал чушь в близком чате? А, с Кунком? А, да, близкий меня не видел. Кунг это всегда, нахлобучеры, кто-то там еще. Да, не видел. А? 12 волшебник меченый идет. Меченый волшебник? Да, меченый. Это пачка молочка. Он один. Нельзя атаковать. Слишком большое расстояние до цели. Парализован. Молочко в таргете. Там син вылез еще. Там син пробивной. Ну, типа, можно брать. Блять, фир. Ебать на мне говна. Ох, ёптыть. Я что-то вообще потерял своего времени. Сколько там влетело? Много. Пламенный гнев на 36. Очень много. 20. 2. Син под стойкой. Ну, не знаю, син. Да там не ощущается. Молочко прям. Волчи этот хороший прям. Ну теперь мы бежим. Че, с четвертого тогда? В смысле, а мы же все встали тут. В смысле? Один Миша лежит. Да, один Миша лежит только. Меня кто-то из бардика приснул. Я тебя риснул. Я вас всех риснул. Вот же пёс перепёс. Они мимо меня пробежали. А, я хотела Дэна риснуть, и меня убили. А, я, кстати, все это время без прембафа был, я даже забыл. Биби. Обратно. Не, ну с нами великий чародей. Да, великий чародей, который тоже без прембафа. Ясно, понятно. Мороженки на тебя не хватает. Ну, сейчас я прембафнусь и вернусь. Мы как раз к пятому еще подвигать будем. Если еще раз не умрем, да? Не, ну если на этот раз единицу видим, не трогаем. Там что-то не конкуренция это сильно. Перевес в ихнюю сторону пока. Кстати, а Тайкин так и не ответил. Чё ты хочешь уйти-то с Айонки? Или да, чё у тебя? Времени нету на игру. А, реальная жизнь? Ну, типа того. О, везёт. Женька куда-то пропал. А он прям баб пошёл бафить. Угу. Вроде бы уже старый, а всё в игрушки играю, поэтому... Ну, старый-то сколько?
26. Ууу, старый. Ты еще молодой, старый. Ну, учитывая, что я в июне уже 10 лет, уже надо заканчивать. Миш. Я 11 или тоже где-то 10. Миш, ты где? Бегу. Ну, душой у меня 18. Антон. Да-да. Походу, дел нам надо валить отсюда. Мы с тобой засиделись. Да-да. Я просто в июне считаю год за два, поэтому... Бля, 10 лет угробленной жизни. Да. Ты на Рофе вообще сколько играешь? Ну, с 2010-го. А. Я с 9-го где-то. В мае будет, наверное, в апреле. Второй год. Так, ну сейчас я скажу, кстати, чья тат у нас. Где великие художники? Зона. Не, тат не наш на этой неделе. Сегодня, точнее. Че, мы за 7 минут успеем хоть одну дуэльку-то сделать? Я не знаю, смотря сколько бить будете. Смотри, кого найдете. Там просто через 7 минут нас выкинет всех. По респам. Я вас вижу. Метки на океане нет. А, кстати, да, у меня тоже метки все пропали. А, сразу, да, понял, на единице на мне. Нет. Убираю. Так, все. У нас двоих нету, подожди, у нас нету двоих. Вы просто скажите сразу, кто, чтобы я прометил, а то я вот Барда случайно убил вначале. Ты! Бард не в обиде. Да медь, чародей там бежит. Сейчас чародей там бежит. То есть еще один подхил, еще щиты. Заметь, я их не трогаю, так что не надо. У них два подхила. Они чисто ресы. Да, они чисто ресы. Но щиты-то они дают. Не. Там Барт ваша и... дуэль, я не лезу, ваша дуэль. Не, я про Чанта. Чанта, да, Чанта. Чанта бит тут хил с 300 это, пинга, так что не обращай внимания. Там, кстати, лук не наш, ночная там гварды, вот этот? Да, он не наш. Ваш? Нет. Хоп, влетел. Он думает, что я его не вижу. Ладно, побегаю. Хоп, влетел. Ну вот 87 уже похоже на правду. Ладно, он просто посмотреть не бей 83. Да. Я просто табать его буду. Смотреть можно и на стриме. Не, ну табать будет, без разницы. Сам нарвался. Это... Ты пометишь его, нет? Фасаду идет уже. Так, ну я 40 хила пометил, и все. Не-не-не, я нашему... Сейчас. У нас так наш сколько у вас в итоге будет? Трое. 3-1. Хорошо. Я 40 и... Ну, хил 40 и Чан. Ну, я готов. Ну, в целом мы... Ну, сколько? 1,2, да? Миша, иди сюда, где-то что-то. Блин. Дэн, ты его пометишь? Давайте вот туда, вот вниз, а то гварды идут в эту сторону. Бля, тут мобов, слышь, дохера. Хотя, ладно, настрой это... Бля, будешь ныть, я сейчас океана, блин, пойду за астмой и пойду океана хилить. О, есть. Так. Чё, готовы? Готов? Поехали. Блин, погоди, я вас только тут... Ладно, бейте. Сука, он ещё и напевает. Макдэп на нём. Что сделать? Блик уже висит. 2 секунды. 1. Порезку тоже снимем. Не, ну, сварка вряд ли я сейчас залью по двумя подхилами. Сейчас я что-нибудь придумаю. Ведь все мобы в таргет лезут. А, я вижу. Не хилится. Порал. Я даже мобов не могу тапнуть. Да я уже сдох почти.
Понял! Понитка. Ладно. Сейчас надо придумать что-то. Эх, втроем, одного! Типа, ну, блин, 40 под чантом и хилом взорвать. При всем желании даже не получится, неважно какой загир. Ну это да. Не, ну можно потом это. После осадки еще как-нибудь. Не-не, сейчас еще раз будет. Разнеси. Ну, о. Да а что ты рядом стоишь и смотришь на них? Так я другого моба побил. Так, ладно. Сейчас по-другому попробую. Давай. Я сейчас даже не бил, я 40 один раз попробовал. Слишком много захила. Плюс ДЖ. Я считаю, да. Жека, ты его хилил вообще? Ну, я сюда кидаю хилки. Я принципиально никого не хилил. Так, ребят, меньше 2 минуты, потом нас выкинете. Ну, в принципе, можете начать. Да, давайте, кто там первый? Самый жирный. Одному по очереди. О, пингую. Блик, вовремя прилетел. Ска. Я хотел подкрасить, но ты мне стан дал, развел меня. Да, то он мне прилетел прям под... Блять. Теперь не рано. Только отражено, блин. Я все, я завис. Ребят, я пока... Пока нельзя использовать. У нас урон по 200. Нравится, по 1000. У него красный. Красный закончился. Да неправда. Порал. Не прошел. Минус отхил под кучей дебафу. Не про... Нет, прошел. Спасибо. Слишком большой. Мы наблюдаем, как они дерутся. Почему наблюдаете? Мы лишние, да? А смысл нам лезть, если мы по нему не пробиваем? Да? Момент упущен. Ир, ну как? Так, мне нельзя говорить, иначе это... Есть момент. Вот сейчас. Хотя нет, сейчас уже нету. Панов больше нет. Еще лук накидывает? Я понял, ладно. Он попробовать пошел. А, уже все. Ну ладно, гон назад. В смысле, вы живые остались? Да, я никого не бил. Просто, чтобы вы понимали, я вылетел минуту назад. Типа, вообще я хотел щупнуть чанта, но у меня не было возможности. Я ждал возможность, чтобы чанта прощупать. Я просто, когда минус исцеления тебе кинул, я вылетел с игры. У меня интернет пропал. Просто я смотрю, что-то стану часто пошли, смотрю, лук накидывает. Думаю, ладно, окей. Лук за меня, вообще нормально. Тут дело даже не в уроне, а в том, что немки, станы и прочая фигня. Да, ну контроль, то, что надо контролить. Иначе ты будешь чисто от мобов отхиливаться. Ну, я, собственно, так и делал. Окей, я потом уберу его. Даже больше проблема не в том, что как вы дамажите, а больше в том, что куча дебафов, которые проходят. Ну а по-другому тебя не убить, сорян, как бы. Иначе ты будешь чисто бегать, мобов хилиться. Я не спорю. Так я и так бегал, хилился. Мы ж тебя поэтому и ловим, как бы пытаемся. Либо под скилл, чтобы ты не хилился. Я, конечно, могу это делать. В конце просто улететь коллекцией. О, быстрые. Там сколько у него каст или вообще без каста? 0.5. Ну, то есть полсекунды и все, и полетел.
Так, на мне можно сказать, кстати, код ты над перезапустил, может сейчас получше будет. И то он прыгнул, мне роутер скин. Отойду на 2 минутки. Угу. Всего 3 есть. Так, ребят, я сегодня на осаду с соло. Блин, стигму не поменял. Что, хочешь в офиге залезть? Ну, конечно, надо. Кстати, сегодня 9-ю рунку продавали на... за 700, по-моему, 50. Ну, не знаю, что-то все прям так кинулись на эти румки. Да, смысл от этого ранга, от этого рейтинга, если раз в 2 месяца только награды? Ну, для тех, кто как раз в 2 месяца их получает минималку, хоть раз максималку попробовать. Да максималку никто им не даст, это во-первых. Ну, ну просто посчитай за 2 месяца, сколько ты получишь монет полумесяца. 300? 200? Мне кажется, ну, если два месяца сдавать бутылки, ты и то больше заработаешь и задонатишь на эти монеты. Ну, в принципе, да. Я пока ждал эти полумесяцы, мне пришлось 2 раза на них положить. Ну вот, типа ладно, когда по месяцу было, а сейчас 2 месяца, бессмысленно. Я чуть? Окей. О, а чё за гладик новый? Это гладик? Да. Это я. А, это Миш. Но не новый. В смысле Миша? А где Мишин син? А где Мишин лук? А где Мишин пилот? У меня нет пилота. А Чарик это кто у нас? Не Чарик, знаю, Чарик новенький. Он просто увидел сейчас Океона, знаешь, Гладом играл. И такой и выживал сильный. И он захотел играть Гладом. Потом увидеть, как Диспел нас убивает, типа за Красный Диан и так далее. Потом захочет опять. И... Или этот... Еще один. Блин, забыл ник. Лисичка. Бешеная собака. Захочет за Лука. Потом увидит лисичку там с яичками или без. Короче, захочет за Чанта. И так далее по кругу. Да, прям так все и будет. Да, он видел, как нас Женя. Хотел... Не, конечно, спасибо большое, но ты меня уже второй раз подрел. Да не знаю, что ты можешь. Чтоб не расслаблялись. Мы в соло идем. Да, да. Давайте разницу. Первую соло, а там уже вместе. Поехали. Я успел вам Ох, какие лаги. Да вообще. Какие лаги? Знатные. А, просто, по-моему, кто-то не выключил анимацию. Я. Я вообще постоянно писал. Я даже на крепы не добежал. Я вообще анимацию никогда не включаю. Не, ну мы ж там ходим в какие-то. Как же ты данжи проходишь? Данж. Стою, убью. Так же, как мы вчера с Тео. Ну, я только в аппаранте, наверное, включаю, потому что там же посмотреть пол. Ну да. Короче, выключение анимации мне вообще никак не помогло. Не,
чуть-чуть помогает. Правда, ты не панацея, но помогает. Не, у меня вроде так нормально. Но на FPS на 0 не падает. Просто это теперь мой любимый скин вообще. Первый раз в жизни в Айоне увидел 0 FPS. Слушайте, у меня пинга даже это лучше стало. Что хочешь сказать, хоть раз в день надо перезаходить в Айон? Не, перезагружать роутер. Разрушение. Сдох, наверное, да? Нет, вроде живой. Эрик сдох. Я не пометил, кстати, его. Не, целый. Я умер. Сочувствую. Это, не забудьте про бубы. Чё-то профукал. А, ты близко? Чё, кстати, как вам этот новый прем-пакет? Ну, Дэн сказал, вообще фигня. Типа. Который как старый, как все. И ты будешь его брать? А старые как все, как какими были? Ну там же можно какой угодно выбрать, типа коробку. Да не имеет значения, а какими они были? Ну, говняными. Мне нравится осенний из-за того, что там была кинарка. Так, 400. В этом тоже есть кинарка. Поднимите, пожалуйста. Сейчас я тебя не вижу, где ты там. Там есть телепорта? Есть. Ты где лежишь? Я знаю, почему тебя лагало. Почему? Далеко. Да. А где? Ты скачивала что-то? Ты меня видишь? Вот, ну зелен. Лантек. Сейчас просто я тут выключился. Ага, все, видел, понимаю. Короче, я знаю, почему у меня и на все время лагал. Там они ту игру скачивал. Она и не знала даже. Вот там это... же в эпиках эту ДВДшку раздают. Это кто такой? Игра. Выживалка, типа, 15-13, или... Не, или ошибаюсь. А, не, не так. Ну, так. Почти. Что, получается, ВДБД будешь на стримчике гонять, или что? А, да, во-первых, мне еще забрать надо, а во-вторых, да, может, ну, как-нибудь. Компашка собраться. Этот? Тоже забирайте у кого-то, кто хочет. Пока она халявная. Надо... Зарегаться там. Чем больше народу, тем веселее будет. Я в курсе. Я только на стримах в нее гонял, может так попробую. Так, да, пока она бесплатная. Ты Epic еще... Game, скинь мне ссылку, чтобы не искать. Ну сейчас после стрима, я еще хочу пару аккаунтов зарегать, а мало ли, кому там еще надо будет. Вы сколько за ворота АПа получаете? 380. Ясно. Уволен. А чё? А я под звездами. Кстати, да, я звезду забыл заюзать. Ну, чё могу сказать? Я пёс. Да? Чё так больно? Наказание прилетело. У меня 16 тысяч чем-то. За ворота? Да. Нихера я себе, я... То экспа. У меня экспа, это звезды. А.
А, это, слышь, Жек, я видел, ты это, космос запускал? Или пытался? Кого, кого? Евку. Да. И чё, как тебе? Да, не знаю, слишком сложно. Ну, просто мой второй напарник пропал. Разрушение, кажется, я сдох. Да, это сдох. Нет, нахлобучер только умер. БМД что умер, раптерист умер, скрипнул дверь и умерл. Сцептер умер. Стою! Не успею. 300 получил по итогу. Ну, естественно, отсоси у самого себя, получается. Так, это, лордики-шмордики. А, и да, лордики-шмордики, все, соло, ребят. Ну, у меня есть, как бы, одна такая штучка, не знаю, если... Печатка? Там она будет работать, да-да-да. На ее заюзать винги и потом уже прыгнуть туда. У меня тоже есть такая штучка, но я не буду ее. Если ты не сможешь ее использовать, там она спадет у тебя, да? Угу. Я сейчас проверю. Попробуй. Если что, я тебе инвайт кину на патч. Миш, давай вернемся, возьмем. Ага, работает. А? Да, ты зашел? Да. Ой, я лорди. Кидаю тебе инвайт туда. О, уже в око пошли? Да, мы око. Там мы только вторую крепу, первые ворота ломаем. А у вас, скорее всего, ата добили. Нет, вряд ли они не успели так быстро. Ну вот поэтому вы еще во вторые ворота бьете. А мы око уже начали. Добрый. А то у Асма всегда же так, что они дольше бьют. Ну это да. Так, хил на подхил. Ты опять соло? Да. Сука. Ну как сказать? Киньте мне тогда эту пачку. Я просто с великим лордом. И мне кидайте. Кидай, Дэн. А вот на третьей уже все вместе будем. Дэн, ну, ты в соло? Нет, Дэн со мной. Вот так вот они абстрагировали. Так, кому пачку? Ири кинул, Миша кинул, хмучу. Арптрис. Можешь кинуть, мне без разницы. Антону киньте. Ой, боже, опять этот пес артефакт активировал. Он что-нибудь кроме этого умеет вообще делать? Это женяха, да, постоянно активирует его? Да. Да, лейца. У меня просто весь экран зависает из-за этого. Да. Умирают не от эффекта артефакта, а в лагах. Ну, у меня даже не лагает, просто картинка зависает на секунд 20 и все. Не, у меня вроде нормально. У меня экран темнеет, это белеет и капец. Дэн, если чуваки, он в приоритете. Да не надо. Там, блядь, его там не смогли залить. Так, все, пошла на аску. Тут Дэн в ларде, все нормально. У меня тоже печать есть. Нет, ты давай без печати, ты и так БРБ. А, не, вру, нет, все, я последнюю потратил. Что ты где тратил-то? В разломах секретах. А. Чё вообще нынче с этого разлома падает? Так же, да. Пинара. Всё по той же цене? Ну, от 15 до лярда. А вот за шансы такие, что всегда 15. Крикните, когда будет буря. Не, я когда-то еще щеночком смог забрать оттуда 300. Повезет. Ну, я не помню, какая это была обнова. 7-5 или что-то такое. Просто сейчас ограничение, то есть 4 ключа только в неделю, а до этого бесконечно можно было ходить. Кстати, ты как, ледяная буря, верхний этаж вообще с закрытыми глазами проходишь? Что, я? Да. Ну, в первый день я пытался пройти сразу со старта максимум заюзать. Ну, то есть максималку.
Но там можно только юзать сразу 20-й и потом 30-й. Ага. Я прошел раза с 3-го вроде. Блин, а вы вообще в ОКО-то придете сегодня? Боря? Ну, мы только пита бьем на второй крепе. О-о-о. Ясно. Нет, только начали. Ну, начали. Дэн, я же говорю, мне надо было хилом идти, блять. В смысле, Дэн фуловый? Слишком большое расстояние. Понятно. Миш, лежи. Сейчас подниму. Я артефакт. А чё это? Это асмусский, что ли? Нас реально как-то мало, может, реально на Атаду пошли люди, я не знаю. Очень мало людей. Ну, ой, типа, мы добиваем Ваки уже. Ну, я понимаю, ну. Я просто смотрю по людям, ну, супер, да, вроде, частично здесь. Да что ты? Я подниму. А чё мне так больно прилетает? Можно узнать? Фарм, скорее всего. Мы только половину сняли у РБ. Ну, вы сразу в этот пойдете сейчас, на леталку. Да. Талан. Да, мы все. Чё, сколько у вас? 350. То же самое. План капкан не получился. Блин, можно за белых побольше никчемных чародеев, которые будут бегать с плюс 10 рункой? Пожалуйста, а то так мало на самом деле. Так мало. Надо еще наклобучеру эту 10-ю рунку. То он, бедолага, никогда офика 5-го не видел. Ну, только во снах можно. Не знаю, я в первые дни командующего апнул, потом понял, что это бесполезно, нигде юзаться. Нет места, где можно заюзаться, и забил болт на это, и продал руну. Ай. Кстати, ты пойдешь на классику, если она выйдет в ближайший год? Хотя бы так просто, пофаниться. Если только РМТшить. А, ну ты должен был сказать осуждаю. Ну, типа, да, но... Ладно. Ну, мы тут не будем РМТшить, мы там будем РМТшить. Да, да, там будем, конечно. Мне, блядь, самому там одеться. А тут-то никак не могу. Но она будет не раньше весны, лета, я думаю. О, пес, перепес. Я надеюсь, летом все закончится и можно ходить, бродить, а не дома сидеть. Я не могу переместиться, потому что слишком много попыток входа персонажа. Да, да, да. В смысле? В мохнатку один шоколадку только помещается. Простите. А, блин, у меня даже титула нету, я и забыл, что нужен. Сейчас верну, если у меня знаков опыта. А вот, походу, и знаков опыта нету. А, нет, есть. 37, нормально. А там 4 штучки надо на титул. Да, да, да. Да потому что мой любимый пес перепес, а вернее Палпатин, сливает меня на боте. Черт. Зато Дэна больше не сливает. Я в смысле когда? Вчера или позавчера я за эту херню типа его 4 часа бегал и искал везде. Только не смог найти. И стрима у него не было, чтобы поснайперить. Блять, я еще всю осаду пролетал в Нинджакане, вместо того, чтобы Тиамат юзнуть. Ну ладно. Нормально, все такие. Ну, просто у меня Тиамат проточен, так же, как и Рискаль. 12? Нифига себе. Не, Рискаль 12, а Тиамат 9. Задан. Да. Я в Тиамате не вижу смысла. Ну, только ради данжи. Смотри, Акен, очень волнующий меня вопрос. По насчет точек именно рун Адиана. До 5, допустим. Ну вот как я понял. Точишь обычно. Правильно? Так, я за все время затащил своими руками только 2 руны на 10. Ладно, 3. АПшную не считаю просто. Но до 5, наверное, даже до 7 обычными. С 6-7 улучшенными, которые с алтарей. Угу. Потом усиленная и алхимическая.
Ну, но а... это их очень много штук. Ну, с 9 алхимической, до 9 усиленной. А вот та, которая новая, какая там загадочная. Загадочная, у нее шанс заточки 10%. Угу. Но шанс фейла нету, да? Да. Ну, я ей точу с 10. До 10 нет смысла ей точить. Ну, типа, 10 и выше. Да, да. Понял. Миш, как ты умираешь? Ну, да, помоечку, ну не лагай, пожалуйста. Ну. Ну ты когда свой комнату чистил последний раз, не лагай. Ты лучше спроси, когда я его последний раз перезагружал. Никогда. А-а-а. Понял. Отрубите ему свет кто-нибудь. Во все. Вот. О, сорка нашел. Потерял. Так, сорка не тронешь. Ух ты, а его вижу опять. Вообще я где-то завис, я не могу. О, вижу. Блин, он возле ворот. Я туда не проберусь, хотя. Ладно. Рискнем. Океан иди. Че, хилишь что ли там? Конечно. Я понял. Ладно. А, там еще и альянс у вас, что ли? Я только сейчас на стриме увидел. Ну, у нас чисто свои. Там кто это. Ладно. Один отвалил. Возле нас, да, много было. Хилю только я его. Жека не хилит тут вообще. Он просто не может. Ну там и ДЖ было. Да. Его тоже пробить не так быстро. Хилю, пёс-перепёс, не умирай. Кто-то успел океана пометить? Нет. Кто забыл банки поставить на полет? Я, но он у меня... Но я у вас не в пати. Почему? А, да, я ж тебе кидал. Да, только я в этот момент телепортировалась. Я лучше снаружи тут аппа набиваю. На отстающих? Да. Все, ёбнулся. Ладно, сейчас полечу, пожалуйста. Там танк Каябу лупит. Лупил. Теперь, по-моему, Каяба лупит Дэна. У вас написано, сколько вам баф дает сейчас? Уровень первый. У меня написано, сколько вам статок дает? Заходим. Не, не написано. Жалко. Ну, 39 тысяч хп, я тебе могу сказать. Накидывает? Да, да, накидывает. Да, вижу. Так, сейчас рисну. Падлы не пускают. Там кто у ворот умер, не вставайте. Притяжка притянула. Не умер, меня выкинуло, я зол. Понял. Вот как быть, да? Это когда ты любишь помоечку, она тебя нет. Ты просто ее не гладишь. Ты почаще поглаживать. Нет, другое проявление любви. Дэн, ты наверху опять? Да. Так, педагина здесь под херем снизу. Есть. Как он с пачки Кузьминча оказал? А он с мороженка. Понятно. Не, вот, кстати, насчет Кузьмич классный чувак. Я не так часто бегал тут на офис с Гладами, но он прям... Солнышко, ты где валяешься? Не удается найти. Кто именно? Нет. Настюха. Или она у них? Она у них. Я живой. Ну конечно, живой, я тебя успел хрюнуть. Ой, их она, выкинула. Она вылетела. Жак, не ты один вылетел? Да, понятно. Хоть без процентов. Че, они оба вылетели? Да. Кузьмич, мороженка и Женька. Неверно выбранная цель.
Не удается найти цель. Какой роботом КП уже? 50%. Слушай, а вас внутри что-то мало вообще. Нет. Не туда, блядь. Все на отаде. Ну, ты посмотри, их в проходе вообще толком нету. Я раньше в проход даже вылететь не мог, меня тут же забирало. Тут я вам спокойно стою. Блин, я с Кузьмичом перезашел одновременно, но... Я видел, как он подвигает к порталу по Амаранту и прыгает туда. Я меня поймал. Туда. Так, я тебя рисаю на дальнем. Ну, Кузьмич опять вылетел. Нет, он переходит на другой сервер. О, сцеплер. Попался. Слушай, а мороженки у них нету. Она вылетела. Вообще? Угу. Там что за звуки? Я убираю кровата. А-а-а. Блин, мне показалось, что у кого-то маленький холодильничек открылся. Свистки, да? Так, Миша, я тебя не рискну, ты где-то там далеко. А, я далеко. 25% у босса. Блин, яма. Неправильно выбранная цель. Лол, прикол, у меня крылья нет, далеки. Блин. Этого не может быть. Ребят, вы можете сюда прям залететь, тут вообще мало. Не знаю, мне обкапывать каким-то образом. Там мы с Дэном у входа пинаем. А у меня такое ощущение, что вот этот хил просто пришел постоять. Какой? Ну, который с кузнечом. Вы через низ летите, что ли? А через верх лететь? Да, конечно, через верх летите. А, ну тут лорд сейчас умрет. Он свободней. Воскрешайтесь он просто и ждите. Лорд сейчас убьет. Все, я получил. Я еще даже не успел умереть. Не, кстати. Вот девочка хил. Она хорошо хилит. Нет, она, я ничего не скажу. Она хорошо хилит, но сейчас она тупо стояла. Может, лагает? Нет, у нее какой-то то ли прикол, то ли что. Она южнит скилл и уберет оружие. И как бы стоя. А, у меня тоже так же. Я не знаю. Это а зачем? Вилюха. Не знаю. Типа... Ухилить, когда оружие наготове. Типа, это же постоянно убираю. Даже в дуэлях у меня. Ну, когда поупаешься с кем-то, если я хилю кого-то, я оружие почему-то уберу. Это болезнь хилов, наверное. Ну да. С осадами же покончено? Ну да. Так, ладно. Со мной сейчас интересного ничего не будет. Пойду я стримчик, наверное, заканчиваю. Вот, пока тут мутнусь. Угу, давай. А, чего это меня покусали? Андрюша, я не знаю, что ты решил. Типа, ты скобочкой отправляешь? Хотя раньше, по-моему, такого не делал. Ладно. Ладно, дорогие друзья, я думаю, на сегодня буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на Twitch, на YouTube, на группу ВКонтакте. Также, если вы играете в Ion, то подписывайтесь на Discord, там будут различные розыгрыши. Вот. Только регистрацию пройдите, что вы действительно с Ion там. Специально там. В разделе регистрации на Ion нажмите. Вот. Что еще? Также, если вам понравилось, ставьте лайки, хотя не знаю, что-то может понравилось, сегодня целый день херню страдали. Вот. И если не понравилось, то всему миру не угодишь. Завтра будет хоррор, так что, кому интересно, заглядывайте. Я с вами не прощаюсь, надеюсь, вас увидеть на следующем стриме. Всех вас люблю, всех вас целую. Всем до скорой встречи. У, стример, в смысле? Ты чё? Какой ленивый. Всё, ребятки, всех вас люблю, всех вас целую.